на помощь, спасите! Брюс, милый, давай мы заведем малыша. Саманта, дорогая, это большая ответственность. Давай для начала заведем рыбку. Рыбку? Ну, давай. Выбирай все, что захочешь. Привет, нам нужна рыбка. Может, возьмете черепашку? Нет, спасибо. Вау, что это? Огромный аквариум, а в нем русалка. Вот кто нам нужен. Мы берем русалку. Как хотите, спасибо за покупку. Мы идем домой. Мне нравится ванна. Полотенце такое мягкое. Что? Как интересно. Вау, хвост превратился в ноги. Упс. Привет. Ну, привет. Сколько здесь всего вкусного, глаза разбегаются. Выбрать невозможно. Вынесу все, что смогу. Спасибо. Эй, оплатить кто будет? Стоять! У тебя есть деньги? Я не могу тебя с этим выпустить. А я думаю, можешь. Я ведь говорила. Стоп, дорогая, так нельзя. Этого должно хватить, спасибо. Извините. Вот теперь можем идти. Не понимаю, куда подевалась моя чашка? Что? Привет. Никто не пьет из моей чашки, но я знаю, как все исправить. Привет, я возвращаю эту русалку. Как скажете, вот ваши деньги. Спасибо. Ура, никаких русалок дома. Упс. Он вернется. Один, два, три, четыре. Привет! Я забираю русалку обратно. Какие странные люди. Хорошего дня, милая. И удачи в первый день учебы. Спасибо. Какая прелесть. Мамочка провожает ее в колледж. Смеетесь? Ну ладно. Волшебная песня русалки. Что за шум? Куда они бегут? Это тебе. Я влюбился с первого взгляда. Этого не может быть. Я покорен. Это тебе. Диплом об окончании колледжа. Безобразие. Уходим. Мама, папа, я закончила колледж за один день. Я в тебе не сомневалась. Почти дошли. Сюрприз, это тебе. Вау, спасибо. Здесь замечательно. И подушка есть, но она не очень удобная. Спать на такой нельзя. Ракушка. Немного магии, и ракушка теперь подушка. На флизелине размером 50 на 60 сантиметров рисуем контур морской раковины. Закрепляем на ткани. И прошиваем по центральным линиям. Наполняем синтепоном. Накрываем вторым отрезком ткани и прошиваем по контуру. Срезаем лишнюю ткань и выворачиваем на лицевую сторону. Заполняем синтепоном и зашиваем отверстие. На ней так сладко спать. Милая комнатка, здесь все такое морское. Даже подушка как ракушка. О нет, только не корабль. У меня морская болезнь. Ну и сон. В сторону, мне нужно в туалет. Вау, папины любимые вещи. Как интересно, шляпа, синяя рука. Приятно познакомиться. Что-то скучное. Вау, вот эта штука мне нравится. Ты нашла мои вещи? Любимая шляпа и доска тоже моя. Моя. Детка, ты хочешь покататься на скейте? Отличная идея.
Итак, становишься на доску и катишь. Все ясно. Я поехала! Давай, милая. Ой. Все хорошо, еще раз. Молодец. Упс, вперед. О нет, она снова упала. Детка, у меня есть идея. Пластиковую часть детских наколенников и налокотников покрываем акрилом, имитируя панцирь черепахи. Надень вот это. Налокотники и наколенники. Удачи! Теперь можно не волноваться. О нет, я в порядке. Она молодец. Сюрприз! Спасибо, Брюс. Вау! Красивый подарок. Твоя очередь. Дать 5. Ты забыла про подарок. Нужен подарок на день рождения. Что? А, ясно. Я наколдую подарок. Мама, с днем рождения! Ручку керамической чашки обклеиваем полимерной глиной. Лепим морского конька. Запекаем по инструкции. Покрываем акрилом. На основание чашки наносим клей Elmer's и посыпаем песком. Украшаем ракушками. Вау, спасибо, милая. Ты не забыла. Это самый лучший подарок. Молодец. Обожаю шопинг. Вау, красивая сумка. Но стоит слишком дорого. Эту сумку куплю я. Спокойно. Специально для тебя уникальная сумка. Эксклюзивная модель. Из фоамирана вырезаем хвостовой плавник и чешую русалки. От старой сумочки отрезаем лишние детали, приклеиваем плавник и чешуйки. Также декорируем ручку. Спасибо! Вау! Что? И я хочу такую сумку. Никто не обижает мою маму. У меня хвост. Помогите. Уходим. Начинаем урок рисования. Доставайте краски и карандаши. Что такое краски? Я все забыл. У меня только ручка. Не печальтесь. Карандашей на всех хватит. Восковые мелки обклеиваем воздушным пластилином, формируя щупальца осьминога. Обклеиваем нижнюю половину мелка. Стаканчик для канцелярии покрываем акрилом и приклеиваем нижние детали щупальца. Приклеиваем декоративные глазки и собираем осьминожку. Прокрашиваем детали акрилом. Это малыш-осьминог, и он любит рисовать с друзьями. Вау, спасибо! Горячо. Мне нужно защитить руки. И клешни краба подойдут лучше всего. Из поролона вырезаем клешни краба. Склеиваем по краю и окрашиваем акрилом. Что ты испекла? Морское печенье. Руки, клешни. Упс. Папа, очнись. Это всего лишь прихватка. Я немного испугался. А печенье и правда вкусное. Спасибо. Как же я по вам скучаю. Милая, что делаешь? Это твои семейные фотографии. Это мои настоящие родители. Я без них тоскую. Мы должны помочь. Найдена русалка. Отправим объявление морской почтой.
не расстраивайся. Почта, я прочитаю. Наша дочь! Она нашлась! Придется подняться наверх. Тебя ждет сюрприз. Привет, детка! Это мы! Мы вас ждали, милая. Я буду очень скучать. И я... Прощайте! Мама, папа, пора домой! Прощай, детка! Я очень скучаю по нашей русалочке. Саманта, может и нам завести ребенка? Ты серьезно? Я так счастлива, дорогой! Ура! Наш план сработал!